много фильмов с осенним настроением снято. Например, Орланом Быковым. Кого детство проходило в 70-х, 80-х годах, те помнят такие фильмы, как «Внимание, черепаха», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Вот в «Автомобиле, скрипка и собака Клякса» там мальчик был, конечно, он такой оригинальный. Кузя звали его. И, кстати, потом вот этот Кузя, оно у Орлана Быкова проходило по ряду фильмов. «Усатый нянь» там тоже был сторож Кузя. И вот он говорит: собачки своей Кузя, я приделаю крылья, ну, в смысле, собачки тебе и мне, и мы полетим. А люди скажут: вот собаки полетели, наверное, осень.